Итак, всем привет, с вами Довгай. Начинаем мы играть в Kaiser Redux за Российскую Республику. И как вы, скорее всего, можете узнать из названия, мы пойдем в левых. То есть в социалистов, возможно, в тоталистов, посмотрим. Здесь очень много ивентов, здесь очень много вариантов, кто может прийти в власти и каким образом. В Kaiser Redux здесь очень сделано все обширно. Я, во-первых, в Kaiser Redux, в принципе, мало играл. Только какие-то небольшие партии у меня были. Кроме того, за Россию я тем более не играл здесь, только в Кайзрахе. Но там все достаточно просто и линейно. Тут же мы постараемся прийти к власти через выборы. Здесь у нас есть целая механика Думы, российского парламента, так сказать. Будут у нас там выборы, попробуем мы туда прийти. Я буквально только первые несколько месяцев поиграл, чтобы посмотреть, какие там ивенты, как мне примерно надо что делать, чтобы к социалистам прийти. Ну и вроде примерно понял, еще исходя из вот гайда, по путям, которые я вот здесь вот посчитал, у меня будет революция. Единственный вопрос, я понятия не имею, где она будет происходить. Так что я, наверное, не буду пока строить нигде военные заводы, просто построим фабрики на будущее. Там уже потом военные заводы, может, сходим. Ну и что ж, поехали. Вот у нас лорный ивент. У нас здесь, да, проблем было, у нас были большевики восставали. Теперь у нас, благодаря этому, есть вот этот вот дебаф воспоминания о русской революции. Но это не лишит нас возможности привести левых к власти. Кроме того, я бы хотел вообще прям в коммунистов выйти, возможно, сделать Советский Союз. Это вроде как здесь возможно, но надо прям точный путь знать. Я точного пути не знаю. Так, выстрел есть. Так что, как получится, ребят. Ну, здесь у нас все просто. Керецкого убили, как и в Кайзеррайхе. Тоже там совет есть. И вот последствия убийства Керенского у нас... Теперь через 90 дней военные захватят контроль. Это, кстати говоря, тоже вариант, как прийти к различным фракциям. Но мы попробуем через мирный приход к власти. И вроде как все равно потом будет революция. Ну, узнаем. Похороны Керенского идут. И так, национал-популистов мы, конечно же, к смертному приговору. Потому что нам нужна стабильность. Раз, два. Мы в них не пойдем. Избирают исполняющего обязанности президента. Дмитрий Романов становится. Так, у нас тут демонстрация социалистов. Мы говорим, ребята, протестуйте них сколько хотите. Так, уверенный шаг. Вот у меня доверие. Ага. Можно дать, чтобы они протестовали, но я бы, пожалуй, их поддушил лишнего. Дальше у нас столкновение в Петрограде. Конечно же, попробуем договориться с оппозицией. И вот президент обращается к Думе. Теперь у нас правительство уходит в отставку, договорились с социалистами, и скоро у нас появятся кнопочки на поддержку фракций. Тем временем немцы у нас требуют выплаты брест-литовских репараций. Что поделать, мы ничего с этим делать ничего не можем. Стабильно, кстати говоря, у нас падает жесть как. Просто жесть. Но не зря, не зря. Теперь крах берлинской фондовой биржи произошел, и вот у них есть вот эти вот выплаты репараций, которые продлятся целый год. Но... Германия, все экономически на данный момент. Они, конечно, восстановятся. Так, французские коммуны, там патовая ситуация. Но все уже не будет так, как было раньше. Потом тоже черный понедельник ударил. Вопрос о социалистических партиях. Мы, конечно же, предоставим им возможность участвовать в выборах. И вот идет восстановление после черного понедельника. И мы, конечно же, пойдем по плану Думы, потому что это план левых. И сразу же идем в фокус. До этого момента у нас фокусов не было вообще доступных. Теперь же мы сейчас поедем. И теперь, по-моему, мы можем нажать вот эту кнопочку. Сделать внеочередный выбор. Давайте левые СР качаем. И, пожалуй, НСП параллельно тоже. Создан Народный фронт, чтобы спасти Россию от НРПР и Савинкова. Ура, товарищи! Ой, еще рано. Годовщина февральской революции. Ну, пускай. И здесь нам представляют различных лидеров, но я, пожалуй, не буду рассказывать подробно о партиях, что это займет слишком много времени. Все говорят, здесь забавно показывают, кто побеждает. И здесь прям, типа, сейчас побеждает много партий, прям обе эти и вот эти вот. Но мы попробуем, чтобы у нас максимально побеждали как раз-таки синдикалисты. Итак, у нас тут битва за Астрахань.
Можно начать пограничный конфликт? Давайте попробуем, почему бы нет. Я сюда войска заранее подвел на этот момент. Речь Саинкова, да-да-да. Кто-то заринфорсит, да, хорошо. И у нас... Ну, слушайте, у нас не слишком хорошая ситуация, но у нас больше. В принципе, я думаю, мы выиграем. Коалиция НСП ПЛСР. Хорошо. Надо будет потом еще нажать... Слушайте. Нет, надо будет еще вот на популярность вот этих двух нажать. Блин, мы походу реально здесь проиграем, потому что у них какая-то безумная там кавалерия. Ну да, так и есть, смотрите, у них плюс 20% на кавалерию. И плюс 5 отсюда вот, судя по всему. Это жестко. Но мы хотя бы от этого подформили неплохого опыта. Это тоже неплохо. Так, плохой игу... Вот так это мы... Блин, ну ладно, что поделать. Так, здесь нам надо кандидатов выбирать. Но, по-моему, особо без разницы, кого мы выбираем. Главное, чтобы наши ребята, как бы, были впереди. Кстати, вот. Так что... Ну, может, это еще на что-то влияет, но... Наверное, нет. Так, здесь интересный момент. У нас все еще широкая коалиция, хотя... Эти ребята, очевидно, популярнее, ну, допустим. Видимо, я что-то сделал по-другому в этот раз. Хотя, казалось бы, мне что то же самое. Да смотрите, сколько здесь у нас теперь вариантов есть. Жесть. Но мы себе берем Спиридонову. Что нам нужно, чтобы ПЛСР стали главными. Кстати говоря, смотрите, различные бафы нам дают, различные лидеры. Но мы хотим конкретную партию. Анархо-синдикализм теперь у нас во главе. И мы открыли себе новый фокус. Коалиция только на словах. Будем мы их... Тоже качать эти фокусы. Третий интернационал. Франция, ага, давайте поедем, почему бы нет. Романов, там, конечно, будет выборы, но нас это не волнует. Конечно же, самая правая партия осуждает наше правительство. Но нас это тоже не волнует. Я подозреваю, что он скоро гражданка начнется. Но как и когда, мне неизвестно. Так, мы дошли вот до сюда. План думаю. У нас появилась сначала стабилизация, и я вижу, что нам нужно еще как-то его убрать, чтобы нажать дальше кнопку. И у нас есть только фокусы политические. Ну, значит, мы идем просто по политическим фокусам и не думаем ни о чем больше, верно? Так, сенат назначает президента, здесь ивенты, и либералам удалось пролоббировать свою победу? Обновляется лидер партии, я вижу. Я понял. Тесленко, а что насчет там этой Передонова? А, подождите, она премьер-министр. Все, я понял. Я, получается, понял, что у нас произошло. Президент и Сенат противостоят Думе. Отлично того, кому предложили, а Сенат показал. Ага, я понял. В разделе мы не можем не реализовать... Я понял, у нас, в принципе, душат, да? Ага. Ну, очевидно, что этот парень не наш. Да, так что они должны уступить законному правительству. И у нас конфликт. Поехал. Так, у нас есть какие-то новые решения по этому поводу? Не вижу. Ага, вот они здесь находятся. Я понял, Сенат и Дума. Ну, как раз таки здесь у нас в Думе все отлично. Мы контролируем Думу, так что я правильно понимаю. Ну и к тому, что Сенат против нас был. Что нам надо двигать все в сторону Думы. Вопрос только, что здесь... Ага, я понял. То есть мы либо туда, либо туда... Приводим, и у нас сразу же нельзя мобилизовать экономику и военную службу менять. И стабильность начинает падать. Это жесть, это жесть. Давайте нажимайте кнопочки в сторону Думы, все. Собственно говоря. А там еще третий сенат совершает свой ход периодически. И мы здесь сделали коалицию только на словах, ФСР. ФЛСР получила большинство голосов. Отлично. Так, ну, дебаты, идем дальше. Мы нажимаем тут все кнопочки, что у нас доступны. Почему бы нет? Начало конференции профсоюзов. Противоречивые у нас есть вещи. Но мы идем дальше влево. Я так понимаю, мы сможем после этого нажать вот эту кнопку, судя по всему. Ну да. А не, подождите, не тоталисты, синдикалисты. Получается, не сможем. Вот это сможем, а вот это, наверное, нет. Да, теперь мы осуждаем президента. Осуждаем. Так, заканчивается конференция. Ну и, конечно же, проект левых эсеров набирает большинство голосов, потому что именно их мы себе выбрали. А, нам нужно пройти вот этот конфликт.
Я вот там нажал кнопочку «Продлить». Судя по всему, не надо было. Либо у меня сейчас отказываются кнопки, я снова их могу нажать. Не очень понятно. А ну вот, это нам нужно. Да, нам нужно вот до сюда добить влияние. Нужны еще кнопки. И они появились. Отлично, распространяем демократию. О, смотрите-ка. Вражина силы в порно-бардак. Мы можем теперь кнопки нажимать здесь? Нет? Не можем. Потому что у нас передонова. И Вольский еще какой-то не может тоже это делать. Ладно. Так, смотрите-ка. Уступив в Думе, Сенат был вынужден... Ну, значит, новые президентские выборы мы добили. Все-таки Сенат проголосует за кандидата от партии, победившей на выборы. Новый президент, наконец-то. Так, и кто это? Лев Герштейн какой-то. И теперь мы можем дальше идти по фокусам нашей партии. Отлично. Так, армейский мятеж. Или не отлично? Несмотря на то, что мы выиграли честные и свободные выборы. Реально честные и свободные. Большим подозрением. Неподконтрольные военные у нас получаются. Ну, вот, видимо, вот здесь вот у нас революция и начнется скоро. И сразу же мы здесь можем взять истинную социалистическую партию. То есть мы. А резиденция нашего правительства звучит как вопрос, где мы будем гражданку начинать. Слушайте, смотрите, Петроград проще защищать, да? Но в Москве, во-первых, чуть больше промышленности, а во-вторых, отсюда проще атаковать. А, ну и это вопрос... Ладно, давайте Москва посмотрим. Посмотрите-ка, армейский бунт. Мы попробуем разобраться с генералами. Либо к гражданской войне, либо к удачной очистке. Ну, вы поняли, короче, что произойдет. И вот, мятеж в сухопутных войсках. После события решения генеральской проблемы. Ну-ка. Где это событие прекрасное? Здесь можно кнопки пока что выключить. Я думаю, что у нас Дума вообще скоро будет удалена, потому что мы социалисты. А руководство, да, мы должны решить их судьбу. Прощайте, старина Лавра. Смерть Корнилова, внезапная смерть генерала Корнилова. Так. А это восстание Корнилова. Интересные варианты. Ну, давайте попробуем устранить его. Что у нас прокнет? Смерть Корнилова. Качался на даче под Петроградом. Ага. Траур? Да, согласен, траур. И вот дальше судьба крестьянского маршала. Деникин. Ага, смотрите-ка, здесь уже... Можно отправить его на пенсию просто. Это звучит как какая-то ловушка, честно. Вот это звучит как какая-то ловушка. Ну и вот это тоже. И, блин, давайте попробуем взять вот этот вот вариант. Минус популярность. Мне кажется, это самый правильный, потому что он ничего не дает нам позитивного в ивенте, в котором мы пытаемся избавиться от плохих генералов, верно? И следующий ивент, Белая армия и Черный барон. Ну давайте распустим. Там 91 на 10. Хорошие шансы. И осталось бунт среди офицеров. Можно поднять жалование, можно дезертирами. Ивент как будто тот же, но это может быть ловушкой. Но 10 стабильности звучит интереснее, чем минус 10 стабильности, я скажу так. И здесь популярность больше. Давайте не будем так сильно повышать популярность. Так, Деникин у нас ушел, но это окей. Конец мятежу армии? Мы смогли справиться с волнением в армиями. Отлично. Фокус пропущен. Получается, вы что, избежали гражданской войны? Я не верю. Мне кажется, что что-то еще впереди. Что-то еще там... О, роспуск Думы. Что-то еще впереди у нас. Не может быть все так просто. А! Ну вот. Вы переключитесь на Советскую Россию. Ну да, выглядит странно. Так, мы сделали полномочия. Вообще забастовка. Зачем мы хотим это нажать? Давайте вот сюда пройдем. Потом попробуем вот сюда. А, нет, давайте сначала сюда. Блин, хотя здесь тоже страшно все. Давайте вот сюда, это выглядит самым не страшным. Потому что я чувствую, что сейчас у нас... Мы будем какие-то законы делать, которые будут... Творить что-то непонятное. О, восстановление, кстати говоря, завершено. Популярность повысилась, стабильность повысилась. Мы теперь можем нажать кнопку, нет?
Еще не можем. А, вот, скоро сможем. Так, смотрите, мы пока что не взорвались. Ладно. Воссоздать ЧК. Чрезвычайная комиссия. О, это типа НКВД местного, да? Ну да. Кстати говоря, тебе доступно освобождение рабочих. Это круто. И вот здесь Алашская республика к нам присоединилась. У меня вот новые дивизии вот здесь дались, я их сюда уже назначил. Это не очень понятно для меня было сейчас. Опа, мы ввели новые законодательные поправки. Теперь мы можем арестовывать любого за только подозрение. Тираны, все на России на пользу. Блин, вот это вот социалистический рай звучит очень подозрительно, я бы сказал. И вот это тоже. Теперь мы можем идти по внешней политике. В скобочках. А нет, смотрите, в отличие от армии, внешняя политика у нас реально разблокировалась. Но у нас пока что есть вещи поважнее. И вот этот распуск Думы. Началась новая эпоха. Но есть те, кто противостоят нам. Ну да, да. Однопартийная система. Звучит очень-очень стрёмно. Мне кажется, сейчас кто-то кому-то это не понравится. Смотрите-ка, мы ликвидируем помещичество. И у нас берется вот эта земляная реформа, которая, ну да, согласен, неприятная. Но какой ценой 30 стабильности мы это потратим? Господи, как же это много. Я надеюсь, у нас потом будут какие-то кнопки наоборот, на повышение стабильности. Но, кстати говоря, растет опыт весь. Выглядит очень странно. Максимально. Видите, здесь вот опыт растет. Откуда? Я еще не могу видеть, что с ним происходит, почему он растет. Не могу навестись, очень странно. Что-то у меня сейчас кажется, что у меня сейчас лицо оторвется, у нас минус 22 стабильности уже. Да, она поднимается потихоньку, но очень медленно. Мы сейчас еще 7 минус 25 даем. У нас минус 47 стабильности. Так, вторая американская женская война, да. Очень интересно, на самом деле нет. Хотя мы туда могли бы, наверное, добровольцев закинуть. Да, можем. Только 2. Ну давайте закинем. Шутки ради. Ну почти что ради шутки, на самом деле, пофармить всегда удобно. Уф, надо теперь разбираться, что здесь еще происходит с генералами. Так, мы на один шаг ближе к революции. К революции, мы заняли правительство мирно. Остановитесь, подумайте. Так, судьба, думаю. Минус 10 стабильности еще. Короче, я понял, мы разрушаем эту страну полностью, чтобы потом пересесть, вот на, как там и сказано, на Советскую Россию. Я все понял. 21 день, единственный вопрос. Но же техники не перенесутся корректно. Давайте дождемся 2 дня вот тут, сюда. А, ну как мы дождемся? Ну да, надо, короче говоря, так, распуск Сената, да-да-да. Понятно. Чуть-чуть подождем, чтобы вот эта тех у нас тоже качнулась хотя бы. То есть, чтобы здесь было потрачено было 2 дня. И пойдем уже тогда в этот. Как собирались. Даже на самом деле давайте на всякий случай 3. Вот так. Все, власть советом. Поехали. Видимо, начнется нереальная заруба. Так, революция. Рабочие требуют да-да-да. Интернационал. Благодаря тому, что мы избавились от американского мятежа влияния генералов, практически не встретил сопротивления. Так, все в порядке. Все в порядке? Ух, здесь новые фокусы. Ух, здесь новых фокусов. Но, как я понял, это фокусы разных... Да, разных правителей. Окей, господи, сколько здесь всего. Просто ужас, ужас. Но я вижу, что у нас только вот есть одна кнопка, Красная Гвардия. Доступная, все остальное выглядит недоступным. А, и вот эта всякая фигня, забастовка прошла. Только остались сопротивления некоторые. Окей. Это мы все успешно сделали, и поэтому нету революции или что? Успешная революция? Ура, товарищи, получается. Ждем пока... А, вот у нас открылся первый съезд. Окей, ну уже сделаем гвардию, так и быть. Пилотас зарабатывает... А, ну откуда авиационный опыт? Ладно, я все понял. Мы сюда отправили. Ну это, подождите, авиационный опыт мы получали до этого вроде бы.
А, ладно. Короче говоря, все секреты раскрыты. И у нас заспавнилось неплохое количество солдат. Ну, такие, полурублевые, конечно, но пойдет. Пойдет. Ага, и тут надо еще нажимать вот эти кнопочки борьбы. Будет убрано сразу. Давайте начнем с самых сильных, наоборот. Пожалуй. Ну, сейчас со всеми будем одновременно бороться. Итак, вопрос о большевиках. Давайте пригласим их. Хотелось бы все-таки попробовать дойти до прям коммунизма у нас. Вопрос о меньшевиках. Вот их мы не пригласим. Посмотрите-ка, наш флаг можно поменять. Триколор на красном знамени, РСФСР. Давайте гражданской войны, почему бы нет? Так, армейская политика. Так, это звук из Испании происходит. Надо выключить это. Вопрос об армии. Сохранить Красную Гвардию, либо централизованную. Ну, я думаю, надо централизованную армию делать, и большевики как раз-таки, видите, возрастают. Это нам надо. Я думаю, на этом можно серию подзакончить. Мы успешно совершили революцию. Без гражданского... Может, все еще где-то появится, но я ее ждал во всех моментах. Вот это момент, к которому я уже, ну, не жду. Хотя, видите, здесь вон какие-то еще есть. Социализм, еще какие-то кнопки там есть. Все еще, все возможно. Возможно, наверное, еще гражданская внутри война. Тут куча разных председателей, куча всего. Так что все еще возможно. Но это мы все увидим в будущем. Сейчас, по крайней мере, мы вроде без революции смогли прийти к власти. Так что, ребят, ждите следующей серии. А с вами был Добгай. Подписывайтесь на канал. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.